Сегодня у Минской ратуши вновь многолюдно. Дни украинской культуры собрали здесь и друзей, и соседей. В чем сходство национальных костюмов Украины и Белоруссии? Как понять друг друга без переводчика? Сегодня узнать это можно не понаслышке. В верхнем городе весь день звучат украинские песни. Развлекают гостей музыкальные коллективы. А для тех, кто проголодался, знаменитые блюда украинской кухни – блины с салом и борщ с пампушками. Скоро главный праздник Украины – День независимости. Поэтому мы очень рады, что организовали здесь, в центре Минска, на этой исторической земле, Дни украинской культуры. Это на самом деле праздник, это диалог дружбы между нашими государствами. И мы чувствуем эти теплые отношения в это непростое для Украины время. Фестивали национальных культур в Верхнем городе становятся традиционными. На очереди Грузия.